Несмотря на то, что со дня подписания трехстороннего соглашения по Карабаху от 10 ноября 2020 года прошло больше полгода, армянская сторона не демонстрирует желания реализовать это соглашение в полной мере, в частности касающихся ухода от занятых позиций в районе армяно-азербайджанской границы. Как сообщает Вести АС, об этом прокомментировал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. По словам нашего собеседника, идет осемя оккупируемых эксклавов Азербайджана в Газакском районе и в селении Кярки. К сожалению, армянская сторона по-прежнему держит участки государственной границы Азербайджана под своим контролем. И для того, чтобы отвести внимание международной общественности от этой вопиющей ситуации, они провоцируют новые конфликты на других участках границы. Провокацией занимается армянская сторона. Мы отвечаем на эти провокации адекватным образом. Если эта ситуация будет продолжаться, нового очага нестабильности трудно будет избежать. Опять же, это не в интересах Азербайджана, а в интересах армянской стороны. Резюмировал эксперт. Со своей стороны отметим, что, судя по всему, азербайджанский железный кулак, который обрушился на головы армянских оккупантов в прошлом году, не возымел должного успеха. Ну что же, можем повторить. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.